А с чем, по-вашему, связан высокий накал страстей в этом поединке? Я думаю, что и у нашей команды, и у них не играют первокурсники. Ну, молодые ребята, которые постоянно летят, хотят забить гол, идут в борьбу спокойно. Не как старики, которые на опыте, могут отсидеться, только в пас играть. Это, кстати, интересно очень смотреть. Ребята, соперники во втором тайме очень сильно давили вас, так сказать, возле ворот. Как вам удалось вам выстоять? Я так думаю, что хоть они и давили, но у них не было опыта игры в 5 на 4. Вот, из-за этого. Плюс некоторые, можно сказать, частички опыта игры в мини-футбол у наших ребят у «Волны-2» есть, и они очень неплохо оборонялись. За то, что молодцы. И тренер их похвалит, и я их похвалю. Да, «Волна-2» впервые за 3 года существования, за 2 года существования выходит первый раз в плей-офф любого турнира. Как оцениваете свои шансы в плей-офф? Я очень надеюсь, что они хотя бы пройдут первую стадию, это, по-моему, 1/8, да. Я надеюсь, они пройдут, а потом, может, даже удача будет сопутствовать им. Спасибо.